Вечные скидки. Всем привет! На улице становится все теплее, совсем скоро можно будет отказаться от курток и пальто. В этом случае для прогулок по улице пригодится теплый спортивный костюм. Сейчас некоторые сайты предлагают костюмы по привлекательным ценам. Лучшие предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Спортивный стиль – это про функциональность и удобство, и костюмы – лучшее тому подтверждение. Они подходят не только для тренировок, но и для прогулок с друзьями, поездок за город или просто походов по магазинам. Поэтому при покупке спортивного костюма попробуйте представить себя в нем в самых разных ситуациях. Получилось? Тогда вы сделали правильный выбор. Вещи в спортивном стиле можно и нужно комбинировать не только друг с другом. Они должны органично вписываться в ваш гардероб. Толстовки отлично сочетаются с пиджаками и жакетами, а в комплекте с женственными юбками делают образ непредсказуемым и удобным. Спортивные брюки рекомендуют носить с элегантными боди и модными объемными свитерами. Ваш образ для покорения улиц готов. На сайте Озон спортивный костюм сейчас можно купить со скидкой в 47% за 3900 рублей. В наличии костюмы голубого, розового, оранжевого, песочного и коричневого цветов. Состав 70% хлопок, 30% полиэстер. Остался только 44-й размер. На сайте Red Markets мужской спортивный костюм сейчас можно купить за 4700 рублей. В наличии весь размерный ряд, начиная с 48-го. Цвета серый, бежевый, темно-синий. Низ джоггер, куртка украшена капюшоном и карманами. На сайте La Moda мужской спортивный костюм Adidas сейчас можно купить за 9699 рублей. Этот товар является частью проекта La Moda Planet, где собраны экологичные, этичные и благотворительные товары. Он более чем на 50% состоит из переработанных материалов, что подтверждено международным сертификатом GRS, а значит, на создание товара потребовалось меньше природных ресурсов. Выбирая этот товар, вы вносите свой вклад в сохранение окружающей среды. На сайте Wildberries женский спортивный костюм сейчас предлагают со скидкой за 2398 рублей. Его прежняя цена – 5851 рубль. Цвета зеленый и сиреневый. Есть все размеры, начиная с 44-го. Стройнящая лекала, премиум ткань. На том же сайте женский спортивный костюм модели оверсайз продается со скидкой за 3576 рублей. Его прежняя цена – 11 920, в наличии все размеры. Цвета сиреневый, голубой, черный, беж, зеленый. Спортивный костюм должен строго соответствовать размеру одежды человека. Недопустимо, чтобы он был тесным или, напротив, больше положенного, иначе заниматься спортом и выполнять физические упражнения будет крайне неудобно. Предпочтение лучше отдать костюму, пошитому из смешанной ткани, то есть имеющей в своем составе и натуральные волокна, и синтетические. Полностью натуральная ткань будет быстро изнашиваться, шерсть усаживаться при стирке и терять форму, а вот смешанные материалы помогут костюму выдержать любые испытания и долго прослужить своему владельцу. Если есть возможность, лучше выбрать костюм с подкладкой-сеткой. Она улучшает вентиляцию между телом человека и окружающей средой. Цвет тоже играет не последнюю роль, поскольку при активных занятиях костюм будет пачкаться, а значит, его придется чаще стирать. Поэтому лучше отдать предпочтение немарким тонам. Также следует обратить внимание на качество швов. Они должны быть максимально тонкими, чтобы не натирать тело во время движений. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами! Отличные скидки.